Пенсионерка Ольга Огуй 5 лет подрабатывает продажей кваса в сезон на перекрестке Амурской и 50-летия Октября. Работает по принципу «на квасе выходных нет». Признается, сейчас дела идут не слишком хорошо. Стали очень мало покупать квас, хотя квас у нас очень хороший. Но в начале месяца-то неплохо идет, я понимаю. Так что люди получают зарплату, деньги есть, люди идут, пьют активно. А в конце месяца, вот середина, вообще затишье. Здравствуйте. Можно стакан с квасом 0,5? Точка бизнес-леди Эльвиры Сивакой находится буквально через дорогу. Но, как ни странно, на недостаток клиентов женщина не жалуется. У нас китайцы хорошо берут квас. Очень любят наш русский квас. И берут с собой туда за границу. Но только на таможне им не разрешают много перевозить. Действительно ли квас теряет популярность среди благовещенцев? Чтобы узнать ответ, мы обратились к прохожим. Спросили, чем предпочитают утолять жажду в жару. Квас. Охлаждает именно сейчас. Молоко. Потому что там кальций. Ноги надо беречь, суставы. Газировка вкусная. Особенно с холодильника когда. Вода из прошлогодней замороженной вишни. Несмотря на разнообразие мнений, каждый второй горожанин отдал свой голос за квас. Любовь горожан к хлебному напитку осталась прежней. А значит, спрос есть. Что касается предложения, то количество точек его продаж год от года только растет. Сегодня в Благовещенске их более сотни. Правда, работают все не по единому графику, а по разным. С 8 утра до 5 вечера в центре и с 12 до 20 часов в отдаленных районах. Кристина Слепцова, Данил Волков, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».